Волосы уже на всем туловище дыбом встали уже, все. Все, выходит, наконец, вышли на мировой уровень. Ура! Фу. Уже есть свои рокеры, шпанки. Простите, простите, сейчас я посмотрю. Простите, утки. Наркоманье. Ура! Фу. Ура, в смысле караул. Но что нравится, как говорится, до колика в животе, это сегодняшние дискуссии. Чем их отвлечь? Куда их привлечь? Фу. Да чем ты эту проститутку... Сейчас я посмотрю. Как... Точно, вон она, уточка. О! Чем ты эту утку, прости? Отвлечешь? Если она за одну ночную смену больше главного инженера зарабатывает, причем в валюте, я другое не понимаю, Чего тюлюлюкаться? Чего тюлюлюкаться? Дядька мой говорит, что при бате, Иосиф. В 24 часа. И легко на сердце. 24 часа. И рокеры на мотоциклах. Гоняют по тундре оленей. Проститутки в тайге. С медведем бесплатно живут. Наркоманы руду нюхают. Только на Кольском полуострове. И нет вопросов. Все. Нет вопросов. Дело до чего дошло. Никто ничего не боится. Никто ничего не боится. Каждый, что хочет, то и думает. Что думает, то и пишет. Во. Фу. Всем нам было известно, вам наша гордость. Всесоюзная, ударная. Бам-б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 ам. Что вы в газетах писать стали? Непонятно, что по этому БАМу вообще собирались перевозить. Чье это собачье дело? Построили, пусть стоит. Как памятник нашу веку. И вот так все время. Вот так все время лезут, лезут. Понимаешь, лезут с лишней информацией. Как раньше было хорошо. Господи, как же хорошо было раньше. Все газеты одно и то же. В 5 минут просмотрел. Все понятно. Можно делать вот так. А теперь народ газеты скупает, на полдня выпадает из общественно бесполезного труда. И вдруг оказалось, не то строили, не тех сажали, не так руководили, не тому деток в школах учили. Отстаньте вы! Отстаньте! Может быть, учили плохо, зато учили только хорошему. Наше самое в мире! Едешь, бывало, в самом бесплатном в мире автобусе. Набитом самыми... самыми-самыми пассажирищами. Глядишь сквозь них на краешек самого чистого в мире неба. В душе покой, никаких вопросов. Раньше люди спали крепко. Спали люди крепко, головой люди не мучились. И между прочим, вобла была. Теперь газетку только с валидолом.
телевизор вообще только с нитроглицерином. Фу, раньше бывал по телеку, футбол покажут, потом про любовь тракториста, потом в программе «Время» все перецелуются. Ну, друг дружке ордена раздадут. Тебе, мне. Естественно, после этого сладко спишь. А теперь до полуночи и после бабы поют. Фу! Одежды меньше, чем на голой. Ну что, с ума что ли сошли? А если дети увидят, из чего тетка на самом деле состоит? Какая же после этого арифметика? Что ты ржешь, сидишь? Я говорю, какая арифметика после этого? Здесь числитель, здесь знаменатель. Все. Это, слушай, это надо додуматься. Это ж только додуматься надо. Проспит вслух он. Фу! О, советуют, как им заразиться. Ты представляешь? Я с женой сразу прервал отношения на всякий случай. Уйди, отвали от меня. Все. Зачем это делать? Зачем наши крепкие семьи рушить? Но у меня в голове не укладывается. Зачем всю эту информацию по телевизору вот именно на ночь глядя вываливать? Раньше, наоборот, перед сном успокаивали. Чтобы про свои неприятности забыли, рассказывали только про ихнюю коррупцию, только про ихнюю мафию. Сразу во сне начинаешь гордиться этими нашими достижениями. Выходит, не зря боролись. Не зря боролись, раз у них дела плохи. И вдруг, бац, это все у нас. Ну что ж, выходит, мы не хуже их жить стали, что ли? Ну, как-то надо думать, об чем народ информировать. Думать же надо. Ну, статистику они новую выдумали какую-то. Что это за статистика? Как было раньше просто и понятно с этой статистикой. Сколько нефти, чугуна и стали на душу населения. И на душе населения. А теперь они нас складывают, они нас делят и все время сравнивают с тем, как мы могли бы жить? И сразу дрянь получается. Главное, не все посчитали, сколько урожая сгнило до еды, сколько после еды, сколько незамужних на одного незаконно рожденного, сколько изобретателей с их патентами превратили в импотентов, какую потом за это пришлось сюда валюту заплатить, кому вообще это интересно знать, кроме врагов наших. И без этих изобретательств. И лампочки горят, и поезда ездят. А вот воблы, падлы, из-за них нету. Да, выпивали. Само собой, по праздникам. Но поскольку ежедневно на работу шли, как на праздник, набегало. Но только для того, чтобы яснее видеть светлое будущее. И многие уже начинали его видеть. Я сам два раза видал, никогда не забуду. А зато как весело в стране было. Как было весело. Вдруг эти статистики протрезвели. И шарах, столько-то детей чокнутых из-за выпивания. Столько-то травм в костяшках. Столько-то убытков в миллионах. Все они столбиком посчитали. Я не понимаю, кто это разрешает все публиковать. Страна большая. Детей хватит. Не хватит, еще сделаем. Это не вопрос. А то, что миллионы в трубу, так это же об чем говорит? Это говорит только об нашей мощи. Это ж надо, сколько за 70 лет в трубу вылетело. А живы и поем. Эти придумали какие-то тебе выборы, какие-то формулировки. Зависит от каждого, решай сам.
А тогда я не понимаю, зачем правительство. Ну, я не понимаю, зачем правительство. Я считаю, пусть они думают. А мы всю жизнь выполняли их исторические решения. Вот результат перед вами. У меня еще будет вопрос к вам, если можно, посерьезнее только, без смеха. Вопрос такой. Вы случайно не помните, мы за что боролись? Мы боролись, чтобы не было богатых. И практически победили. А эти чего придумали какие-то? Хозрасчеты, кооперативы, вкалывай получше, получишь побольше. Все хитро придумано. Все придумано очень хитро. Многие начнут вкалывать, если получать больше. И получится, что те, кто вкалывал, опять будут богаче тех, кто ничего не делал. Выходит, за что боролись, на то и напоролись. А хуже от этого всем. У него денег больше, у него больше проблем, он больше хочет. Вот когда ничего не хочешь, никаких проблем. И меня дядька так учил. Ничего не хоти, умрешь веселым. Но чтобы умереть веселым, мало ничего не хотеть. Ничего этого вообще знать не надо. Ничего. Кто это сказал, что знание – сила? Враки все! Враки! Знание – это беда. Пока не знали, что можно по-другому жить, жили и все. Поэтому я считаю, что только страх. Ой, в нем сила. В нем сила, понимаешь? Потому что когда... Сразу всему веришь. А без веры жить нельзя. Поэтому вы, пожалуйста, от меня отстаньте, я вас очень прошу. Сам знать ничего не хочу, и детям не дам. Пусть растут ясноглазые, здоровые, все. Их про что не спросишь, ничего не знают. Орлы! Если где-то что-то не так, в крайнем случае всех посадить можно. Ну, всех. Тебя, тебя, меня, всех. Страна большая. Места всем хватит. Может, тогда, наконец, хоть вопло...